Привет, народ. В общем, мой старый телефон выглядит вот так вот. Мой новый телефон лежит вот здесь. Пришлось, скажем так, залезть немножечко в кредит, но есть один плюс, этот кредит беспроцентный. Мне просто одолжили денег, 16 тысяч гривен, ну, в принципе, по 1000 в месяц я буду отдавать. Давайте, что хочу показать. Распаковка у нас будет Poco F5. Вот так вот. Но цель видео какая? Смотрите, я зашел в магазин. У нас в городе есть магазин Алло. Ну, есть несколько других магазинов, которые торгуют телефонами. Зашел в магазин к знакомому. Говорю, хочу телефон купить. Сделаешь какую-то небольшую скидочку, там еще что-то. Ну и русик, там на них такой заработок маленький. Говорю, ну окей, ладно. Зашел в Алло. Зашел в Алло, говорю, девочки, есть Poco F5? Хочу телефончик. Да, есть, а можно посмотреть? Можно. Говорю, хочу купить его. А девочки спрашивают, ну типа наличные или карта? Я говорю, ну мне все равно, что наличные, что карта. Мне просто нужно оформить заказ, а потом я приду вас заберу его. А что не сразу? Я говорю, ну давайте я вам даю 16 тысяч наличными, а вы мне 1000 обратно. А почему так? Я говорю, ну потому что я сейчас приеду домой. Я, в принципе, сейчас могу с мобилки это сделать, но все равно мне в банк желательно заехать, кинуть деньги в банкомат и потом рассчитаться вот так вот. Почему? Потому что, смотрите, я оформлю через сайт заказ, через кэшбэк-сервис Letyshops. Мне капнет где-то 700 гривен. Вот эту точную сумму вот здесь поставлю сейчас, которая мне пришла. Потом при оформлении мне ваш магазин предложит скидку еще где-то около 100 гривен. Что-то там. Фишка, по-моему, там у них карта какая-то подвязана. И потом еще как бы ваши какие-то там бонусные. Короче, минус 1000 гривен получается. В общем, вот я заходил, делал фотографию, сколько стоит телефон. И вот я его купил. 1599. Вообще она что-то там выставляла мне счет в интернете. Я заполнял, когда вот эту всю фишку там. 1150 ровно. Поняли, да? 49 гривен. Что-то она там не смогла, девочка. Уже в магазине уже не смогла пробить, чтобы она сняла с карты. Должно быть 1150 ровно. То есть, ну, фактически минус почти 1000 гривен. Ну, не 1000, да, но... Сколько это? Минус 150 получается? Ну да, как бы почти. Ух ты, тяжелая какая зарядка на 67 ватт. У меня моя старая на сколько? На 35 ватт. То есть здесь телефончик будет побыстрее заряжаться, это радует. Этот телефон я отправлю в сервис, поменяем стекло. Здесь, короче, сама матрица целая. Если получится, поняли, да, убрать это стекло, аккуратненько девочки сказали, то и сделают. И вот... Вот эту тоже крышку поменяем. Короче, сделаю телефон, поменяю, и будет телефон. Либо Илюха заберет, либо супруга. Посмотрим, кто из них захочет его забрать себе. Пока желающих немного. Они такие, о, нет, с избитым стеклом. Ух ты, слушайте, телефон реально тяжелее, чем мой. Или мне кажется. Короче, смысл, народ. Если, ну, я просто наблюдаю такую раньше тенденцию, что раньше все мы старались заказать на Алиэкспресс все, потому что не было вот этих налоговых пошлин, там, не приходило тебе письмо счастья с таможни, что оплатите, пожалуйста, там, 2000 гривен налоговый сбор. Раньше ты просто получаешь телефон на почте и все, и ты радуешься. А сейчас, прежде чем получить телефон на почте, тебе присылают письмо, что нужно там 2200 заплатить. Ну и выходит, что, ну, смысла нет с Алиэкспресса заказывать. Ну, если только продавец там не укажет там $10, да, но и даже в том случае, когда продавец указывает там цена посылки $10, таможенники вскрывают, пробивают, сколько стоит вот эта модель на Алиэкспрессе там, либо в магазинах в Украине и выставляют вам счет. Хочешь платить, не хочешь, возвращаем назад. Короче, народ, я не стал заказывать с Алиэкспресса. 15 199 гривен. Я же говорю, но цена должна быть еще меньше, потому что что-то там у девочки не получилось снять с моей карты. Или там, ну короче, что-то там не получилось у нее. Или снять, или добавить, что-то там в магазине не получилось. В общем, весы давайте проверим. Мне просто самому даже интересно.
Будет ли он тяжелее? Вот, вот этот телефончик, чем мой. Почему? Потому что батарейка в моем 4000 с чем-то там миллиампер часов. А вот в этом 5. Ну и, соответственно, здесь у меня керамика. Или стекло, или керамика, что-то, короче, такое. Так, 195,3. 195,3, а этот... 183,5. Нет, он даже легче получается. Этот просто что с чехлом тогда. Вот так вот, если раз. Это вообще тогда с чехлом 215. Ну да ладно. В общем, телефон легче. Батарейка больше. Уже бонус. Я телефоны в кармане не ношу. У меня вот, вот кобура вот эта вот. И я ношу телефон исключительно вот в этой штуке. Так, давайте мы, наверное... телефончик запустим. Телефон брал исключительно, чтобы вот отпечаток пальца был сбоку. Поняли, да? Вот биометрию снимал. Мне на экране не люблю, не привык. В общем, уже привык к этому. Вот берешь в руки, смотрите, раз, и все, четко. Поэтому здесь у нас должен быть чехольчик. Чехол, конечно, такой ужасный. Вот мой чехол, смотрите, во что он превратился. Я не знаю, сколько он у меня, этот телефон уже не помню. Ну, короче... Ага, здесь даже MIUI еще 14, потому что, ну, сейчас он обновится и будет здесь Hyper. Ось, пока что здесь базовая прошивка еще от MIUI. Так, вот эта вся макулатура нам не надо, чек мы на всякий случай сохраним, хотя девочка выдает чек, я говорю, чек, ну, не надо же хранить? Нет, надо, вы что? Говорю, зачем? Фокстрот, говорю, приходишь, что-то покупаешь. Они сразу говорят, что мы чек даже не выдаем, ну, не тратим бумагу. Типа, ваш чек будет в вашей этой самой, в учетной записи. Я говорю, окей, хорошо, ну, удобно, практично, не нужно таскать с собой чеки, бумажки, вот и все. Так, где тут у меня лоток, я даже не помню уже. Я его открывал один раз, когда покупал телефон, все. Так, 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 так. Есть. Что тут нажать? Что-то надо, наверное, или что? Да? Что-то надо нажать. Украина, да. Так, лоток под симку. Нам не нужно. Сейчас вот это будет... У меня вопрос, перенесутся ли мои данные нормально сюда. Если да, то прям это порадует. Если нет, то это прям будет печалька. Раз. Раз. В общем, народ, даже если вы покупаете телефон в Украине, в магазине, который, ну, неподалеку от вашего дома, то экономьте свои деньги, пользуйтесь кэшбэк-сервисами. Это работает, вот, пожалуйста. Так, SIM-1 сюда. Это работает, и вот, пожалуйста, 1000 гривен фактически я сэкономил. Так, 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 вот так, все правильно, да? Да. Ставим симочку. Оп, и все. Так, клавиатура, все, 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 нас все устраивает. Да, давайте условия соглашения прочитать и согласиться. Окей, я совсем согласен, что дальше? Wi-Fi, конечно же, Wi-Fi, да. Подключаем Wi-Fi. Да, чехол, конечно, здесь, ну, могли бы хотя бы какой-то, типа, вот Нилки на что-то поставить. Нормальный чехол. Так, что-то такое. Кладут в комплект. Вот, вот, вот. Смотрите, во что превращается это безобразие ихнее. Ну, ужасно смотрится. То есть теряет внешний вид очень быстро. Так, подключение к интернету. Давайте, куда мы эту иголочку денем? Давайте мы ее куда-то сюда бросим. Так, подготовка телефона. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, как это все перенесется. Хотелось бы, чтобы это все, ну, с минимальными потерями, чтобы мне не пришлось сидеть и устанавливать все эти программы вручную. Потому что прям нет такого желания. Вот прям нет. Так, это нам не нужно. Меню смс-ки. Да, скопировать нужно. Используйте другое устройство для включения. 2 USB. Где у меня есть такой кабель? Где-то дома, по-моему, есть, да? Так, 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 так. Где-то у меня был такой кабелечек. Вот, 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 вот. Вот он. Ну, то есть давайте попробуем.
Этот сюда. Этот сюда. О, и этот теперь от этого заряжается. Быстрая зарядка даже. Так, а что тут надо нажимать? Тут, наверное, ничего не надо нажимать. Давайте попробуем. Не удалось подключиться к другому устройству. Короче, я так понял, он к айфону хочет подключиться. У нас не айфон, у нас Android. Давайте тогда будем пробовать как-то по-другому. Скопировать другим способом. Далее. Так, откройте приложение Google на старом устройстве. Давайте откроем приложение Google на старом устройстве. Копировать новое устройство. Да, копировать. Отпечаток пальца проверяй. Короче, народ. Кабеля у нас не сработали, а вот... Вот обычный способ, старый дедовский, видите, работает. Так, что тут нам пришло? Оповещение системы безопасности сразу пришло. Да. Все нормально, в общем, все работает. Так. Короче, народ, а ну напишите в комментах, кому хватает вот этого кабеля метрового. Лично мне не хватает метра. Ну, кабель сильно толще, чем вот старый мой. Прям, ну, ого-го. Сильно толще, я так понимаю, что он сильно мощнее, 67 ватт, нежели там 35, по-моему, да? Так, что ты тут делаешь? Продолжайте настройку на Poco F5. Poco F5, видите, работает. Что-то копирует. В общем, как-то так. Так, это нам не нужно. Это, короче, эти все коробки у нас Илюха разбирает. И потом с ними там играется. Так, что-то тут тоже, по-моему, ничего нет важного. Поэтому все, народ. В принципе, вот такое вот сегодня было видео. Ну, я же говорю, что польза его в том, что... Ну, я сколько знакомых не спрашивал, что, ребята, а вы вот покупаете в магазине телефон, почему не пользуетесь кэшбэком? А как там, типа, пришел, ну, вот деньги отдал и все. Можно, поверьте мне, можно. Ссылочка будет внизу в описании. Заходите на Letyshops, выбираете список магазинов. Так, скопировать, да. Короче, выбираете список магазинов, которые вас интересуют, и вперед. В принципе, народ, пользуйтесь, дарю бесплатно. У меня на сегодня все, давайте, пока-пока, увидимся. Я вот сэкономил сегодня фактически, ну, почти 1000 гривен. Если все в сумме собрать, наверное, даже больше там, и бонусами какими-то, они мне сказали, что там кинут еще что-то. Потом по истечении вот 14 дней, ну, то есть, если я не возвращаю покупку, там, Вало тоже девочки что-то сказали, что-то там по 200 гривен еще, типа, придут вам на счет, можете прийти, что-то купить, там, кабель какой-то, вот, да, допустим, даже еще что-то. То есть, ну, в общей сложности будет больше, чем 1000 гривен. Пользуйтесь.